Aye, aye, my captain. Yahoo! I can't believe I just said that. Так. Здесь мы немножко подзаработаем, я думаю. Так, ну здесь опять получаем тычку. Причем тычку получили не туда, потому что ускорились в данный момент прям. В итоге слили, сами видите, что. Ладно, продолжаем так или иначе. Движок забыл врубить, я молодец. И надо, наверное, уже начинать строить, да? Чтоб потом не запутаться и не сплоковать. Давай. Опа. Хорош, хорош. Что еще тут скажешь? Здесь надо щитки поставить. Достраиваем линию. Вот это мне не нравится. Ну это я чувствую еще далеко не конец. Там еще что-нибудь такое прикольное попадется по дороге по-любому. Хотя не хотелось бы, сами понимаете. Угу. Сзади какая-то тварь. У меня есть только одиночная система. Помещается. Ready for launch. Ready to blast away. Ready for launch. Ready for launch. А, ну это штука против ракет. Понаставил ракет, блин. Была дурацкая приманка. Я на нее повелся, блин. На самом деле угроза вся вот отсюда идет. А ну хотя, в принципе, ракет назад как раз будет палить. Главное, чтобы движки мне сейчас не снесли, и все будет окей. Так, ну судя по всему, я выиграл. Половина корабля у нас пустая, как ни странно. В задницу иди. Мы ни хрена не команда. Эй, Pentium 4, мы с тобой отличная команда. Так что ли? Звучит как-то не очень круто. 15 косарей срубили, 5 звезд, нормально. Главное, чтобы продвинулись дальше. Стиральная машинка опять отказывается нам давать задания без выполнения остальных, в принципе. Тут требования смешные. У меня уже 93 звезды, они требуют по 66. Хорошо, хоть не по 69. То есть совсем для дурачков, которые там, я не знаю, на какой сложности будут проходить это. Ну, точнее, не на какой сложности, а на скольких звездах. Сложности здесь нет как таковой. Ладно, у нас тут VIP-персоны можно подвести. Можно все-таки разобраться в конце концов с бородой. Не забудем заглянуть в инженерку. 18650 кредитов у нас есть на данный момент. Так.
Пожалуй, я все-таки вот это куплю. Да. Погнали. Sir, you're not going to believe this. Try me. Он жив. Captain Black and Brownbeard are hailing you. This should be interesting. Greetings again. А, они решили объединиться. Вот скоты. I'm back. Buck, there is no need for you to die carrying somebody else's nuclear waste. Do you really wish to waste your life? Чё, привязались к урану? У вас стоять не будет. У меня уже не стоит от перевозок урана этого дурацкого вашего. В свинцовых трусах хожу, блин, уже полгода, нифига не помогает. Therefore, I will waste no more time on you. Я думаю, вас это не особо беспокоит, но что у вас без всякого урана уже не стоит. Так. Куда я это все девать буду? Куда я это все девать буду? Вот что, куда я должен все это позапихивать? Сюда, хотите сказать? А это я куда девать буду? Весь борт просто открытым остается. А это я куда девать буду? Ну это ладно. А это я куда? Вот куда я это дену? Вот это, куда я дену? Это огромный движок просто сверхсовременного поколения. Просто. Погнали. Движок хоть дайте нормальный. Я, кстати, не понял, в чем пассивка этой херни на улучшение мощности. Нифига не увеличивается мощность. Как вы поняли. Consider it done. Right away. We have the power. Это что, прикол такой? Сколько? 50? Угу. Баблат, нифига. Здрасте, приехали. По-моему, это последнее, на что мы можем рассчитывать. Че, где, что? Я не в курсе, парень. Отстань. Это уже на что-то неприличное начинает быть похожим. Я имею в виду форму нашего корабля, потому как бы намекает на ситуацию. Полная... Классно. Конечно же, классно. Я все равно здесь поставлю лазер. Если вы думаете, что я что-то изменю, я нифига не изменю. В этом плане. Но что-то надо менять. Хотя зачем я его здесь поставил, непонятно. Так куда его еще ставить? Вот, одна пушка меня спасет, я знаю точно. Одна пушка и щит. Хотя по щиту бить не будут, конечно же.
Нет, бьют. Не трогайте двигло, а? Так никуда не успеваю. Ладно, отбились. Окей. Что дальше? Еще металлолома куча. У этого парня по-любому глушилки есть. Ну, я имею в виду те, которые делают все бессмысленным. Ну, говнюк. Одним словом. Ты мне еще попорть карму тем, что будешь мешать мне убивать вот этих вот пиратов. Ладно, хотя бы глушилку у него снесли. Божественный слив, предвещаю я. Ну здесь реальный щит помогает. Слушай, мы ему что-то еще даже снесли. Яйца. Достройся ты быстрее, меня сейчас снесут к чертям собачьим. А вот это уже нечестно. Не надо стрелять по этой фигне, она как бы взрывается очень сильно. Чё, кто, что, где? Блин, по мне сейчас будет лупить, как я не знаю. Вы хотите сказать, что он запустит ядерную боеголовку или что? Мне нужен, наверное, вот это. Хотя... Лови прыщи просто, чувак. Все не то. Бум! Съем, малафака! Остался щиток и как раз-таки дерьмецо под названием... Ну, вы поняли, под каким названием, в принципе. Сейчас мне будет плохо. Уж точно нехорошо. Оттуда нечестно. Я до него даже не достаю. Мы там от всего на свете отстаем, я вижу, да? Не трожь движки. Заколебали. А ты бей вот по нему, да. Он движки трогает, скотина. Это не по-христиански вообще, не по-православному.